11 октября 1984 года авиалайнер Ту-154Б авиакомпании «Аэрофлот» выполнял внутренний рейс 3352 по маршруту Краснодар-Омск-Новосибирск. На борту самолета находились 179 человек, 170 пассажиров и 9 членов экипажа, а также 2700 килограммов багажа, 1600 килограммов груза и 306 килограммов почты. Взлетная масса самолета и центровка не выходили за установленные пределы. В 23 часа 37 минут 10 октября рейс 3352 вылетел из аэропорта Пашковский в Краснодаре. Полет выполнялся в штатном режиме. Погода к моменту прибытия самолета в аэропорт Омска была сложной. Ветер 130 градусов, юго-восточный, 7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Видимость на взлетно-посадочной полосе 3000 метров. Дождь с мокрым снегом, дымка. Облачность 10 баллов, слоисто-дождевая. Разорвана дождевая высотой 110 метров. Температура воздуха 3 градуса по Цельсию. Атмосферное давление на уровне взлетно-посадочной полосы 742 миллиметра ртутного столба. Метеорологические условия были сложными, но соответствовали метеоминимуму командира воздушного судна. В ту пасмурную дождливую октябрьскую ночь руководитель полета в Омске Борис Ишалов на инструктаж опоздал, а мастер аэродромной службы Иван Прохоров вообще не пришел. Диспетчер вспомогательного старта оказался в отгуле, и диспетчеру старта Андрею Бородоенко одному предстояло следить за взлетной полосой. У него, вероятно, и запросил Прохоров разрешение выезжать на полосу, чтобы очистить ее от дождевой воды, пока аэродром имел окно в расписании. Ни тот, ни другой руководителя полетов о начатых работах не известили, и он понятия не имел, что за 20 минут до прибытия Туполева из Краснодара на полосу выехали КРАС и Урал, оборудованные мощными реактивными двигателями и емкостями с топливом. Такие машины струей теплого воздуха сгоняют воду с бетона, чтобы облегчить самолетам посадку. Тут же появился УАЗик Прохорова. Рация внутрипортовой связи у него была, а вот приемник для прослушивания радиообмена воздуха с землей не было. И проблесковых маячков, позволяющих издали заметить машину, ни на одной из машин не было. Работал Прохоров с тремя водителями на полосе не спеша. Автомобили прошли еще один раз и потом развернулись. В тот момент они еще не догадывались, что жить всем четверым аэродромщикам оставалось несколько минут. При входе в глиссаду на предпосадочной прямой экипаж Ту-154 доложил 23-летнему авиадиспетчеру стартового диспетчерского пункта Андрею Бородоенко о готовности к посадке, но ответа на запрос не получили, и после повторного запроса посадка им была разрешена. Дальний и ближний приводные радиомаяки. Самолет прошел на установленных высотах без отклонений по курсу. На высоте 100 метров лайнер вышел из облаков, и командир дал команду о включении фар. Однако в моросящих осадках создался световой экран, ухудшающий видимость, поэтому фары были выключены. После доклада штурмана о видимости огней подхода и установлении контакта с наземными ориентирами, командир на высоте принятия решения сообщил экипажу «Садимся». После пролета ближнего приводного радиомаяка фары были снова включены, и командир заметил на взлетно-посадочной полосе нечеткие очертания каких-то предметов, спросив, что там на полосе, на что штурман ответил: «Да, отсвечивает что-то». Все три автомашины, работавшие на взлетно-посадочной полосе, снегоуборщики КРАС-258 и Урал-375Д и автомобиль УАЗ-469 не были оборудованы проблесковыми маяками и радиостанциями для прослушивания эфира. Через одну секунду после касания шасси самолета поверхности взлетно-посадочной полосы экипаж заметил впереди в свете посадочных фар автомобиль УАЗ-469 и начал отворачивать самолет вправо, но было уже слишком поздно. В 2 часа 39 минут самолет Ту-154, выполнявший рейс 3352, столкнулся со снегоуборщиком. На обоих снегоуборщиках были емкости с керосином по 7,5 тонн в каждом, которые после столкновения взорвались. В результате мощного удара и взрыва лайнер развернуло влево и разорвало на две части. Его носовая часть с крыльями перевернулась и загорелась. Поврежденный в результате столкновения самолет
остановился на взлетно-посадочной полосе в 95 метрах от здания аэропорта Омск-Центральный. События развивались настолько стремительно, что эвакуация пассажиров из горящего самолета оказалась невозможной. В катастрофе погибли 178 человек, 174 человека в самолете, 5 членов экипажа, все бортпроводники и 169 пассажиров и 4 работника наземных служб. Выжили 5 человек, 4 члена экипажа, все 4 пилота и 1 пассажир. Ранения из них получил второй пилот и пассажир. Командир, штурман и бортинженер не пострадали. Расследованием причин катастрофы рейса 3352 занялось Министерство гражданской авиации СССР. Комиссия установила, что в 1 час 55 минут мастер аэродромной службы позвонил диспетчеру круга, чтобы доложить руководителю полетов о состоянии полосы. Однако руководителя полетов там не оказалось. И в 2 часа 15 минут мастер аэродромной службы в нарушении требований руководящих документов гражданской авиации, не предупредив руководителя полетов, запросил у диспетчера старта разрешение выехать на взлетно-посадочную полосу для работы, при этом не указав характера работы, количество машин и продолжительность. После повторного запроса диспетчер старта разрешил мастеру выезд на взлетно-посадочную полосу. Он выехал на полосу с 2 ветровыми машинами. Машина УАЗ-469 не была оборудована радиостанцией для прослушивания эфира на частоте посадки. И все 3 машины вместо проблесковых маяков были оборудованы мигающими огнями, которые не были включены. Выключенные световые сигналы в дальнейшем не позволили диспетчеру старта, с его слов, и экипажу воздушного судна своевременно увидеть препятствия на посадочной полосе и принять соответствующие меры. Мастер аэродромной службы не мог слышать переговоры экипажа с диспетчером посадки из-за отсутствия радиостанции на УАЗ-469. Разрешив выезд автомашин на взлетно-посадочную полосу, диспетчер старта в нарушении технологии работы не включил световое табло «Взлетно-посадочная полоса занята» и уснул на рабочем месте. Диспетчер старта контроль за движением транспорта на взлетно-посадочной полосе не осуществлял, не потребовал от мастера включения сигнализации и освещения. В 2 часа 33 минуты диспетчер посадки включил огни взлетно-посадочной полосы, а в 2 часа 36 минут мастер трижды запросил у диспетчера старта о коэффициенте сцепления для самолета Ту-154 в данных условиях, но диспетчер старта на запросы не ответил. В 2 часа 36 минут экипаж вышел на связь с диспетчером посадки и при входе в глиссаду доложил о готовности к посадке. Не получив от диспетчера старта информации о готовности полосы, диспетчер посадки дважды запросил об этом диспетчера старта, однако ответа не получил. При вторичном докладе экипажа о готовности к посадке диспетчер круга продублировал запрос диспетчеру старта о готовности полосы, на что получил нечеткий ответ, который на магнитофонной записи прослушивается как бодно. Диспетчер посадки, рабочее место которого расположено в непосредственной близости с местом диспетчера круга, услышав эту фразу, разрешил посадку. Руководитель полетов, находясь на КДП, не контролировал работу стартовых пунктов и взаимодействия с аэродромной службой. Когда следователи задали вопрос диспетчеру старта Андрею Бородоенко, почему вы не спросили, какую работу должны производить на полосе и не доложили руководителю полетов? На что он ответил, я этой связи не слышал, вероятно, задремал. 23-летний Андрей Бородоенко, диспетчер 2 класса, член Комсомольского бюро службы, отец 2 дочерей, обладатель звания «Лучший по профессии» и взыскания за нарушение технологии работы диспетчера, в 2 часа 45 минут, увидев, что творится на полосе, выдохнет в микрофон. Какой ужас! И схватится за голову. Вспомнив, как 7 минутами ранее услышал сквозь дрему вопрос коллеги, свободна ли полоса. Сон напрочь стер в тот момент у Андрея из памяти Прохорова с его машинами. И на магнитной ленте запечатлен ответ полслова, произнесенный голосом Бородоенко, его чисто рефлекторная реакция «бодно». Над этим куском ленты, потом решая судьбу человека, будут тщательно работать эксперты и придут к однозначному выводу. Обрывок фразы «бодно» наиболее вероятно соответствует слову «свободно»,
что с учетом фразеологии, действующей в авиации, означает «полоса свободна». Между тем, руководитель полетов Борис Ишалов, кстати, накопивший до того уже 8 взысканий за упущение в работе, по его словам, отошел от рации на балкон, смотреть, как будет садиться Туполев, и не слышал, что диспетчер старта реагирует на вопросы коллег как-то странно. Самолет, между тем, приближался к земле. Пилоты, получив добро на посадку, были спокойны. Читая сейчас записи переговоров в кабине, чувствуешь непреодолимое желание повернуть время вспять, как-то вмешаться, изменить ход событий. И надо-то было совсем чуть-чуть. Очнулся бы Бородоенко на минуту раньше, или стоял бы на машинах заметный маячок, или Прохоров взглянул бы на часы. Катастрофы могло бы не произойти. Комиссия Министерства гражданской авиации установила: катастрофа самолета Ту-154 рейса 3352 произошла по причине низкой дисциплины, преступно-халатного отношения к работе по обеспечению полетов и грубых нарушений нормативных документов Министерства гражданской авиации в службах аэропорта Омск, преступного отношения к служебным обязанностям руководителя полетов, диспетчера старта и мастера аэродромной службы, допуска для работы на летном поле аэродромных машин, не оборудованных проблесковыми маяками и радиостанцией для прослушивания эфира. Авиационному происшествию способствовали незнание истинного положения дел в наземных службах, отсутствие системы контроля за подготовкой специалистов управления воздушным движением, неудовлетворительная организация и нарушение документов, регламентирующих безопасность полета со стороны командно-руководящего состава гражданской авиации и Омского объединенного авиационного отряда. Некачественный подбор и расстановка кадров, слабая политика, воспитательная работа и низкая дисциплина. По итогам расследования Омский областной суд приговорил виновных в катастрофе к разным срокам заключения. Руководитель полетов Борис Ишалов и диспетчер стартового диспетчерского пункта Андрей Бородоенко были осуждены на 15 лет. Авиадиспетчер посадки Василий Огородников на 13 лет. Михаил Токарев, начальник погибшего мастера аэродромной службы Ивана Прохорова, на 12 лет общего режима. Андрей Бородоенко, по одной из версий, покончил с собой в камере. Цитата Василия Ершова. «Так однажды ночью заходил на посадку в Омске Ту-154 в очень сложных условиях. Низкая облачность, моросящий дождь со снегом, ограниченная видимость. Ко времени посадки полоса покрылась недопустимо большим слоем слякоти, и руководитель полетов дал команду на ее очистку. Несколько тепловых машин сушили полосу, оранжевых маячков и радиосвязи у них не было. Глухая ночь. Единственный самолет висел на подходе. Люди работали на полосе, а диспетчера старта одолевала дрема. Каким образом он упустил реальное положение вещей, неизвестно. Но факт, диспетчер старта к моменту посадки самолета не знал, что на полосе работала техника. Там было много чего не согласовано, и многие инструкции были нарушены. В результате получилось так, что когда экипаж, пробившись сквозь непогоду, запросил посадку, диспетчер старта бездумно автоматически доложил: «Полоса свободна», и диспетчер посадки, ориентируясь на доклад разгильдяя, посадку разрешил. Командир увидел колонну машин прямо перед собой, только на выравнивании, после установки малого газа. Он ничего не успел сделать. Самолет весом 80 тонн на скорости 260 км в час приземлился на колонну автомобилей. В этой катастрофе чудом уцелел только экипаж. Оторвавшаяся кабина долго кувыркалась по бетону, а когда остановилась и летчики отстегнули ремни, смогли из нее выбраться. Позади себя на полосе они увидели то, чего не дай бог увидеть никому, вспоминает Василий Ершов. Сухуми, аэропорт Бабушара. 23 мая 1991 год. Самолет Ту-154Б готовится к выполнению рейса 8556 по маршруту Сухуми-Ленинград. На борт Туполева поднимаются 181 человек, 174 пассажира и 7 членов экипажа. Пилотировать 154-й будет опытный экипаж: командир воздушного судна Михайлов, второй пилот Пирожков
штурман Иванов и бортинженер Суслин. В пассажирском салоне работают три стюардессы. Бабушара, вышка, 097, взлету готов. 85-097, взлет разрешаю. В 10 часов 21 минуту Ту-154 благополучно вылетел из Сухуми и взял курс на Ленинград. В 12 часов 39 минут при подходе к Ленинграду, находясь на высоте 10 100 метров, командир начинает предпосадочную подготовку перед началом снижения. Так, садиться будем на полосу 10-ю правую. Заход осуществляем по курсу агрессорной системы. Все понятно. Работаем, парни. Аэропорт Пулково. 2 дня назад курсоглиссадная система была отключена, так как проходила плановое техническое обслуживание и контрольные летные проверки. Это было указано в листе предупреждений, однако наш экипаж с ним не ознакомился. Также 10 минут назад экипаж прослушал информацию системы АТИС, из которой узнал данные о фактической погоде в аэропорту Пулково. Кучево дождевые разорванные облака высотой 1000 метров, видимость 10 километров. В 12 часов 58 минут, находясь на высоте 1800 метров, экипаж перешел на связь с диспетчером круга. Ленинград, круг, добрый день. Заняли высоту 1800. Заход по приводам 85-097. 97-й, добрый день. Вас понял. Снижайтесь до высоты 900 метров, к третьему развороту. Экипаж получает разрешение снижаться до высоты 900 метров, однако при этом не запрашивает контроль по локатору. На высоте 900 метров экипаж получает разрешение снижаться до высоты круга 600 метров. В это время погода в аэропорту Пулково значительно ухудшается. Идет ливневый дождь, а небо полностью затянуто кучево-дождевыми облаками высотой 270 метров. Это значительно осложняет посадку. Однако экипаж не получает информации от диспетчера об ухудшении фактической погоды. Пулково, посадка. Выполнили 4-й разворот. Высота 600. 85-097. 97-й. Удаление 13 километров. Правее курса 200 метров. Подходите к глиссаде. Согласно правилам, за 12,5 километров до взлетно-посадочной полосы экипаж должен начать снижение. Однако они этого не делают и начинают снижение лишь за 10 километров до торца полосы и фактически летят выше глиссада. Высота 400 метров, до полосы остается 7 километров. Экипаж начинает выполнять карту контрольных проверок перед посадкой. Закрылки на 45, стабилизатор минус 5,5. Закрылки выпущены, стабилизатор переложен. Вертикальная скорость 4,5 метра в секунду. До полосы остается 5700 метров, и командир докладывает диспетчеру о готовности к посадке. 85-097, посадки готовы. 97-й, удаление 5 километров, на курсе, выше 10, посадку разрешаю. Экипаж подтвердил разрешение на посадку и продолжил снижение. В 13 часов 5 минут на высоте 227 метров лайнер прошел дальний приводной радиомаяк, после чего экипаж увеличил вертикальную скорость снижения и самолет снизился ниже глиссады. Хотя посадка осуществлялась во время ливня, экипаж наблюдал наземные ориентиры и видел взлетную полосу. Когда до взлетной полосы оставалось 3 километра, штурман сообщил остальным пилотам о высоте в 150 метров и скорости 260 км в час, но не дал команду оценка, как это установлено, за 30 метров до высоты принятия решения. Удаление 2900, и самолет уже опустился ниже высоты принятия решения, а его вертикальная скорость в этот момент составляет 7,5 метров в секунду, что требует прервать посадку и уходить на второй круг. Однако командир при проходе высоты принятия решения не сообщает своего решения экипажу. Второй пилот, видя, что параметры полета по высоте и скорости снижения достигли предельных значений, а командир не говорит своего решения, нарушил свои обязанности и не предпринял попытку уйти на второй круг. На высоте 50 метров штурман наконец спрашивает командира об оценке,
На что тот отвечает: «Садимся». Лайнер в это время находится на удалении 2 километра до полосы, на высоте 60 метров над землей. В это время на диспетчерском пункте аэропорта Пулково в нарушении ряда инструкций происходит смена диспетчера. При этом только что заступивший диспетчер не ведет радиообмен с нашим экипажем и не контролирует его снижение, не заметив таким образом, что самолет спустился на 40 метров ниже глиссаду. Высота 20 метров, и экипаж начинает осознавать опасность жесткой посадки. Они принимают решение установить тягу двигателей на максимум и взять штурвалы полностью на себя. Из-за проведенных манипуляций с регулировкой тяги двигателей в нарушении руководства летной эксплуатации в самолете возникает значительная перебалансировка, нарушившая его стабилизацию при заходе на посадку. В 13 часов 6 минут с приборной скоростью 250 км в час и вертикальной 7 метров в секунду Ту-154 приземлился на концевую полосу безопасности. Касание произошло под относительным углом 1 градус, поэтому первое касание было стойкой носового шасси, а затем уже основным. Из-за высокой вертикальной скорости при снижении в момент касания лайнер испытал перегрузку в 4,5G, в результате чего фюзеляж разломился. На большой скорости авиалайнер вылетел на бетонную полосу и начал разрушаться. Фюзеляж разорвало на 3 части, из которых хвостовую развернуло вправо, и она осталась лежать на полосе. А средняя часть с крылом и частично отделившейся носовой кабиной вылетела вправо от полосы на 80 метров. Пожара на месте катастрофы не возникло. Авиакатастрофа в Пулково мгновенно унесла жизни 15 человек, 13 пассажиров и 2 человек на земле. Ранения получили 38 человек, командир и 37 пассажиров. Изучением причин катастрофы занялась специальная комиссия Госавианадзора СССР. Основной причиной трагедии стал человеческий фактор. Пилотирующий второй пилот осуществлял заход на посадку в условиях ливневого дождя при плохой видимости и испытывал эмоциональное напряжение из-за постоянного вмешательства в управление со стороны командира. Командир Михайлов вмешивался в управление с целью исправления ошибок, допущенных вторым пилотом на самом ответственном участке полета. На этом участке и произошла наиболее значительная разбалансировка самолета. Неуход экипажа на второй круг был вызван психологической установкой выполнить посадку во что бы то ни стало с первого захода. Иначе их профессиональное мастерство было бы поставлено под сомнение. К тому же, они до конца не понимали опасности неконтролируемого снижения на малой высоте. В то время за ходом расследования пристально следили многие советские издания и телеканалы. Авиакатастрофа рейса 8556 стала первой советской авиакатастрофой, получившей столь широкую огласку, поскольку до этого инциденты, происходившие с самолетами, не афишировались, так как в Советском Союзе самолеты не падали. Приказом командира Ленинградского объединенного авиаотряда все виновные в авиакатастрофе были привлечены к дисциплинарной ответственности. Второму пилоту Пирожкову был объявлен строгий выговор. Также он был исключен из состава кандидатов на ввод в строй командиров воздушных судов. Старший диспетчер Орлов был освобожден от занимаемой должности сроком на 3 месяца. Все остальные участники трагедии получили строгий выговор. К пилоту-инструктору Михайлову, исполняющему обязанности командира, были приняты меры после окончания его временной нетрудоспособности. За гибель 15 человек тюремные сроки никто не получил. Июля 1980 года авиалайнер Ту-154Б авиакомпании «Аэрофлот» выполнял внутренний рейс 4225. По маршруту Алма-Ата-Ростов-на-Дону-Симферополь. На борту самолета находились 166 человек, 156 пассажиров и 10 членов экипажа.
Самолетом управлял опытный экипаж из 218-го Алма-Атинского объединенного авиаотряда. Его состав был таким. Командир воздушного судна – 46-летний Алексей Михайлович Кулагин. Второй пилот – 35-летний Александр Викторович Быков. Штурман – Юрий Константинович Астафьев. Бортинженер – 42-летний Анатолий Николаевич Гуров. Проверяющий штурман – 52-летний Алексей Яковлевич Якукин. В салоне самолета работали пятеро бортпроводников. В 0 часов 38 минут по местному времени рейс 4225 вылетел из аэропорта Алма-Аты с магнитным курсом 230 градусов и начал набор высоты. На высоте 120 метров при скорости 320 км в час экипаж начал убирать механизацию крыла, а на высоте 150 метров закрылки были выпущены на 5 градусов, предкрылки на 12, стабилизатор на минус 1 градус, а шасси были убраны. Как неожиданно, самолет начал быстрое снижение, и сразу появился крен вправо на 18 градусов. Экипаж сразу устранил крен, но предотвратить потерю высоты так и не удалось. Через 113 секунд после начала разбега по взлетно-посадочной полосе, несмотря на максимальную тягу двигателей, лайнер с тангажом 6 градусов на скорости 400 км в час с вертикальной скоростью 3 метра в секунду врезался в пшеничное поле в 3396 метрах юго-западнее торца взлетно-посадочной полосы. Отскочив от земной поверхности и повернув вправо на 8 градусов, самолет пролетел еще 86 метров и рухнул на поле второй раз. Проскользив по нему 63 метра, авиалайнер опять оторвался от земли и пролетел еще 80 метров, а затем упал на землю. В 295 метрах от точки первого касания, проскользив по земле 66 метров, самолет упал во овраг глубиной 3 и шириной 44 метра. Врезавшись в противоположный склон оврага, лайнер развернулся влево на 10 градусов и разрушился. Отделившаяся средняя часть фюзеляжа с фрагментом крыла ударилась о склон и подлетела вверх. После чего, пролетев 370 метров, самолет врезался в отвесной склон высотой 8 метров и взорвался. Носовая часть авиалайнера вылетела из оврага и врезалась в жилые дома на улице Федосеева на восточной окраине Алма-Аты, разрушив два жилых барака и четыре жилых дома. С момента отрыва от взлетно-посадочной полосы до разрушения самолета прошла 1 минута и 40 секунд. В результате катастрофы все 166 человек на борту Ту-154 погибли. На земле никто не погиб, но были ранены 9 человек, трое из них были госпитализированы. Расследование причин катастрофы проводила комиссия Министерства гражданской авиации СССР. Пилотирование самолета экипажем, согласно руководству полетной эксплуатации, не привело к выводу и снижению, так как при многократных 8 попытках взятия штурвала на себя срабатывал автомат атаки и сигнализации перегрузок. И экипаж, согласно требованиям руководства полетной эксплуатации, с целью уменьшения угла атаки и предотвращения выхода на режим сваливания, отдавал штурвал от себя. Характер движения самолета может быть объяснен интенсивным, редко встречающимся атмосферным возмущением, нисходящим воздушным потоком со скоростью до 14 метров в секунду и попутным ветром со скоростью до 20 метров в секунду. Полет проходил ночью в условиях сильной болтанки со взлетным весом, близким к максимальному – 97 тонн, при температуре воздуха 20 градусов по Цельсию и давлении 696 миллиметров ртутного столба, с инверсией температуры воздуха по высоте до 30 градусов. По данным метеорологического радиолокатора, в 21 час 43 минуты на азимуте 230 градусов и 65 градусов отмечался распад конвективного облака с выпаданием слабого дождя. Удаление переднего края облака от места происшествия составляло 5 километров. Очевидцы показали значительное усиление ветра вдоль пути самолета при взлете. Прогноз погоды с 19 до 22 часов предусматривал облачность 5 баллов, кучево дождевая, высотой 1500 метров, верхняя граница 5 километров, 10 баллов верхняя, мгла, грозовое положение, умеренная болтанка, видимость 10 километров, ветер 70 градусов, 6 метров в секунду. Согласно расчетам Центрального аэрогидродинамического института, с момента начала снижения вывод самолета был возможен в течение 14 секунд.
без превышения в среднем допустимых углов атаки. Однако, рассмотренный ЦАГИ, метод вывода самолета путем выдерживания постоянным угла атаки, близким к порогу срабатывания автомата углов атаки и сигнализации перегрузок, в руководстве полетной эксплуатации Ту-154 не предусмотрен. Испытаниями и практикой пилотирования не подтвержден. Существующая система индикации текущих углов атаки за порогом срабатывания автомата углов атаки и сигнализации перегрузок не позволяет пилоту выдерживать в среднем максимальные эксплуатационные углы атаки. Многократные перемещения колонки штурвала в процессе вывода самолета и снижения при срабатывании автомата углов атаки и сигнализации перегрузок могут быть объяснены отмеченным недостатком указанной системы. Согласно расчетам, угол атаки в конце уборки механизации крыла в условиях аэродрома Алма-Ата составляет 15 градусов, что соответствует порогу срабатывания сигнализации АОАСП. Практически полное отсутствие запаса по указателю сигнализации АОАСП снизило возможность прерывания воздействия нисходящих воздушных потоков. В связи с этим совпадение момента воздействия атмосферного возмущения с концом уборки механизации в данном полете резко ограничило возможности по выводу самолета из снижения. Кроме того, возможности вывода самолета с одной стороны были ограничены срабатыванием сигнализации АОСП при взятии штурвала на себя, а с другой стороны срабатыванием сигнализации опасного сближения с землей при отдаче штурвала от себя. При этом пилотирование было усложнено отсутствием запаса по высоте и резким развитием правого крена до 18 градусов, который экипажем был парирован из-за воздействия атмосферного возмущения. Интенсивное атмосферное возмущение не прогнозировалось и было неожиданным для экипажа. Методы измерения и прогнозирования сдвигов ветра в вертикальных движениях воздушных масс в зонах взлета и посадки в настоящее время отсутствуют, что не обеспечивает своевременное предупреждение диспетчеров управления воздушным движением и экипажей о наличии указанного явления. После тщательного расследования и анализа комиссия сделала окончательный вывод. Катастрофа самолета Ту-154 явилась следствием воздействия на самолет непрогнозируемого, редко встречающегося интенсивного атмосферного возмущения, нисходящий воздушный поток до 14 метров в секунду, попутный ветер до 20 метров в секунду при взлете, в конце уборки механизации со взлетным весом близким к максимальному, в условиях высокогорного аэродрома и высокой температуры воздуха, что не обеспечило безопасный исход полета при действии экипажа согласно руководству полетной эксплуатации в данных метеоусловиях. Испытание самолета Ту-154 с максимально доступным весом на высокогорном аэродроме при высоких температурах воздуха по производству взлета, набора высоты, захода на посадку и посадки, как это было предусмотрено единым перечнем, не были выполнены. Рекомендации были даны на основании только теоретических расчетов. Впоследствии, после катастрофы рейса 4225, на приборной панели всех самолетов появился прибор, оценивающий реальное значение обтекания крыла воздухом. Также была изменена высота уборки закрылков, а на Ту-154 она проводилась в два этапа. Января 1988 год. Аэропорт Домодедово. Самолет Ту-154Б готовится выполнить рейс 699 по маршруту Москва-Ашхабад с промежуточной посадкой в Красноводске. На борт самолета поднимаются 146 человек, 137 пассажиров и 9 членов экипажа. В составе командира воздушного судна Виктора Сергеевича Чураева, второго пилота Владимира Дмитриевича Егорова, штурмана Михаила Семеновича Радулова и бортинженера Владимира Александровича Хрипунова. В салоне самолета работают 5 бортпроводников. Накануне, при заходе на посадку в аэропорту Домодедово, второй пилот не выдержал параметры захода на посадку, вследствие чего авиадиспетчер отправил самолет на второй круг. Ночью 18 января в простых метеоусловиях рейс 699 вылетел из московского аэропорта Домодедово. Весь полет проходил в штатном режиме. При подготовке к заходу на посадку в аэропорт Красноводска второй пилот попросил у командира разрешения выполнить посадку
На что тот согласился, но с оговоркой, чтобы не смел уходить на второй круг. «Дай попробую сяду». «Эй, попробуй, только уйди у меня на второй круг, я тебе попробую потом, понял?» За неделю до этого рейса второй пилот закончил летную подготовку на ввод в строй командиром экипажа Ту-154. Но проверка показала, что он еще не был готов к выполнению полета в качестве командира. Командир рейса 699 знал об этой ситуации и дал возможность второму пилоту, кандидату в командирское кресло, реабилитироваться при заходе на посадку в аэропорту Красноводска. Посадка в Красноводске осуществлялась ночью с посадочным курсом 162 градуса. Действуя по команде второго пилота, экипаж приступил к снижению. 254, удаление 5 на курсе, на глиссаде. Готовность к посадке. 254 в глиссаде, шасси выпустил. К посадке готов, стабилизатор плюс. Изначально заход на посадку осуществлялся в соответствии с установленными параметрами, и в 4,5 километрах от торца взлетно-посадочной полосы экипаж доложил о готовности к посадке, на что получил разрешение. 254-й дальний, на курсе, на глиссаде, посадку разрешаю. Когда пилоты начали выполнять предпосадочные операции, действуя по контрольной карте, второй пилот отвлекся от выдерживания расчетных параметров захода на посадку. И в результате самолет прошел дальний приводной радиомаяк на 20 метров выше глиссады при скорости 275 км в час на высоте 285 метров над уровнем моря. В это время штурман озвучивает показания скорости. Скорость 280, на курсе на глиссаде. Скорость 270, глиссада немножко ниже. 110 оценка, скорость 270. 100 метров, скорость 270. Предел! Штурман буквально кричит о высоте принятия решения, но реакции со стороны второго пилота не поступает. И тогда уже вмешивается командир. 80 метров, решение. Полоса по курсу. Садимся. Второй пилот включается и говорит свое решение «садимся». Также за 4 метра от полосы авиалайнер начала уводить вправо, из-за чего в 400 метров до пролета ближнего приводного радиомаяка, когда отклонение достигло 30 метров, даже сработала команда «предел курса», а авиадиспетчер передал. 254-й, правее 20. Самолет проходит ближний приводной радиомаяк на высоте 80 метров, то есть на 5 метров выше глиссады. А спустя 3 секунды в кабине экипажа сработал сигнал «предел глиссады», так как лайнер находился выше глиссады на 7 метров. Хотя посадку осуществлял второй пилот, командир до пролета ближнего приводного радиомаяка все же вмешивался в управление и корректировал боковое уклонение, тем самым облегчая работу второму пилоту. До пересечения высоты принятия решения 80 метров самолет все еще находился в пределах глиссады. На расстоянии 750 метров от взлетно-посадочной полосы превышение профиля полета над глиссадой достигло уже 10 метров. Видя, что второй пилот ничего не предпринимает, командир предупредил его об этом. «Полоса где? Полоса-то где?» После чего второй пилот резким движением штурвала перевел самолет в крутое снижение с увеличением вертикальной скорости до 6 метров в секунду. В 35 метрах над землей самолет уже был ниже глиссады, но вместо уменьшения вертикальной скорости снижения, второй пилот только увеличил ее до 10 метров в секунду, увеличив угол тангажа до минус 6,5 градуса, а самолет нырнул под глиссаду. Находившийся во взвинченном состоянии, да еще и при жестком лимите времени, второй пилот, исправляя боковое уклонение, отвлекся от контроля за вертикальной скоростью и углом тангажа, и тем самым разбалансировал самолет, который находился в посадочной конфигурации. 50 метров, 40 метров, 30, держи! 20 метров, и что держать? Лишь за 2,5 секунды до касания взлетно-посадочной полосы, когда лайнер был на высоте 25 метров от земли и снижался с вертикальной скоростью 10 метров в секунду, командир энергично вмешался в управление и потянул штурвал на себя, заставив самолет поднять нос. Но недостаток высоты не позволил снизить вертикальную скорость до нормальных значений. В
5 часов 19 минут, рейс 699 с вертикальной скоростью 7 метров в секунду приземлился на торец взлетно-посадочной полосы сразу на три точки. Основные стойки шасси ударились об торец бетонных плит взлетно-посадочной полосы. В этот момент самолет испытал перегрузку в 4,8 G, из-за чего фюзеляж разломился на три части. Далее хвостовая часть двигателями оторвалась от остального фюзеляжа. При этом пассажиры, сидевшие с 24 по 26 ряд, выпали на бетон взлетной полосы. Также у лайнера были сломаны передняя и правая стойки шасси, разрушена левая часть крыла и крепление правого двигателя. Пожара на месте катастрофы не возникло. Авиакатастрофа унесла жизни 11 пассажиров. Ранения получили 16 человек. Расследование причин катастрофы проводила комиссия Министерства гражданской авиации СССР. Ранее, 15 января, второй пилот рейса 699 уже выполнял две посадки на Ту-154. Сравнив их, комиссия обнаружила, что в обоих случаях второй пилот имел схожую манеру действий рулями высоты, но 18 января он начал увеличивать вертикальную скорость на меньшей высоте, при этом штурвал отклонялся еще сильнее. Вообще, второй пилот Егоров часто перекладывал штурвал, из-за чего наблюдалась несбалансированность самолета в продольном канале. Можно даже сказать, что увеличение вертикальной скорости за счет отдачи штурвала от себя и увод самолета под глиссаду являлись характерной манерой пилотирования второго пилота Егорова. Командир Чураев знал о такой манере, в связи с чем при разрешении Егорову осуществлять посадку в аэропорту Красноводска обязан был быть готовым вовремя взять управление, когда еще можно было исправить ситуацию. По мнению комиссии, катастрофа произошла в результате приземления самолета с большой вертикальной скоростью снижения и его разрушения от нерасчетных перегрузок вследствие ошибок в пилотировании, допущенных вторым пилотом после пролета высоты принятия решения, его недостаточной готовности к выполнению посадки в данных условиях, а также несвоевременного исправления ошибок командиром воздушного судна по причине неудовлетворительного взаимодействия в экипаже. После авиакатастрофы у командира Чураева и второго пилота Егорова были сразу отобраны летные удостоверения, после чего оба пилота были приговорены к тюремному сроку заключения. Аэропорт Красноярск-Северный. 16 ноября 1981 год. На перроне авиалайнер Ту-154Б готовится выполнить внутренний рейс 3603 по маршруту Красноярск-Норильск. На борт самолета поднимаются 167 человек, 160 пассажиров и 7 членов экипажа. Управлять самолетом Ту-154, или как его называют в народе «полтинник», готовится опытный экипаж из 400-го летного отряда. Командир воздушного судна Геннадий Николаевич Шилак, второй пилот Александр Иванович Олейников, штурман Андрей Владимирович Карелин и бортинженер Юрий Павлович Захаров. А в салоне самолета работают трое бортпроводников: Геннадий Княжев, Тамара Абелева и Леонид Басловяк. В 17 часов 38 минут по местному времени рейс 3603 оторвался от полосы аэропорта Красноярск-Северный и взял курс на Норильск. Весь полет проходит без отклонений, и наш самолет благополучно подходит к пункту назначения. В это время погода в Норильске была снежной, над землей стояла дымка, а облака были разорваны слоистые с просветами и нижней границей 120 метров. Видимость составляла 1200 метров. Перед началом снижения экипаж проводит предпосадочную подготовку в полном объеме, а командир предупреждает, что заход на посадку будет выполнять он сам в директорном режиме, но с включенным автоматом тяги, в связи с необходимостью тренировки второго пилота. В ходе тренировки экипаж ошибочно рассчитывает, что посадочный вес самолета составляет 78 тонн при центровке 20,5%. Но они не учли того, что выход из зоны Красноярска
а также заход на посадку в Норильске осуществляется по укороченной схеме, что дает экономию в топливе в общей сложности на 2300 кг. То есть примерно настолько самолет является перегружен, что требует увеличения посадочной скорости на 5 км в час. Высота 600 метров. Самолет проходит траверс дальнего приводного радиомаяка. Скорость составляет 400 км в час. Командир Геннадий Шилак включает автомат тяги и выставляет на задатчике скорости 370 км в час. Второй пилот выпускает шасси. Самолет выполняет третий разворот и находится в 19 километрах от аэропорта Алыкель. На связь выходит авиадиспетчер. 480-й. Выполняйте снижение до высоты 500 метров. Снижаемся. 500. 480-й. На данной высоте пилоты снижают скорость до 300 км в час и выпускают закрылки на 28 градусов. Выполнив четвертый разворот, экипаж включает автоматическую стабилизацию самолета по продольному и боковому каналу, а механизм тримирования устанавливают в крайнее переднее положение, то есть на себя. Лайнер заходит на посадку по магнитному курсу 192 градуса. До взлетно-посадочной полосы остается 12 км. Скорость снижается с 300 до 280 км в час. Второй пилот выпускает закрылки полностью на 45 градусов в посадочное положение, а стабилизатор устанавливают на угол минус 5,5 градусов. Фактическая высота полета в данный момент составляет не 500, а 435 метров, так как экипаж не учел температурную поправку, из-за чего самолет вошел в глиссаду лишь в 9 километрах от торца полосы, вместо положенных 10,5. Через несколько секунд после пересечения расчетной посадочной глиссады командир дает указание установить на автомате тяги скорость 265 км в час. Эта скорость соответствует стандартной посадочной массе самолета 78 тонн. Но в данном же случае наш самолет перегружен на 2 с лишним тонны, что требует посадочной скорости 270 км в час. Когда наш самолет вошел в глиссаду, его вертикальная скорость сперва возросла на 7 метров в секунду, а затем снизилась до 4 метров в секунду. Дальний привод 480 на глиссаде, правее 20. 480, понял. Удаление 6 километров, и самолет находится в глиссаде. Но из-за слабого попутного ветра и снижения вертикальной скорости до 3 метров в секунду Ту-154 проходит дальний приводной радиомаяк на 18 метров выше глиссады. Снижайтесь выше глиссады, 480, удаление 3, правее 10. Выше глиссады 20 метров, 480, правее 10. 480, понял. Командир Шилак отклоняет штурвал от себя, опуская нос самолета вниз, что увеличивает вертикальную скорость до 5 метров в секунду, а также поступательную до 275 км в час. В связи с чем автомат тяги уменьшает режим работы двигателей почти до малого газа и сохраняет его таким около 15 секунд. Удаление 2, правее 20. Удаление 2 километра. Лайнер летит со скоростью 273 км в час и снижается с вертикальной скоростью 5 метров в секунду. Высота составляет 120 метров, то есть на 10 метров выше глиссады. Командир Шилак отклоняет штурвал от себя до 21 градуса, чтобы плавно увеличить вертикальную скорость и плавно войти в глиссаду. Но при отклонении руля высоты более чем на 20 градусов он теряет свою эффективность, а в сочетании с режимом работы двигателя на режиме близкому к малому газу и при снижавшейся до 265 км в час поступательной скорости необходимой перегрузки не возникает, и самолет не меняет траекторию своего движения. Это происходит вследствие существенного уменьшения эффективности руля высоты при его отклонении более чем на 20 градусов, а также из-за уменьшения скорости полета до 265 км в час. Оценка. Держать по приборам. Решение. Высота 90 метров и скорость уже составляет 261 км в час.
Самолет находится в посадочной конфигурации и посадочном положении. С экипажем связывается авиадиспетчер и докладывает. Правее 10 на присаде. Вскоре авиадиспетчер передает экипажу команду. Резко не снижайтесь, ниже 10. Но еще до команды диспетчера командир замечает, что вертикальная скорость возросла до 7 метров в секунду, а самолет все больше опускается ниже глиссады, в связи с чем он тянет штурвал полностью на себя, то есть отклонив руль высоты до упора вверх, в ожидании, что самолет приподнимет нос и снизит вертикальную скорость. Но из-за низкой скорости лайнер не реагирует на это действие. Срабатывает сигнализация опасного сближения с землей. Высота полета 30 метров. Командир Шилак в взвинченном состоянии переводит руды во взлетный режим. Всем взлетный! Взлетный! На второй круг уходите. Убрать фасси, пиздецно! В 19 часов 37 минут по местному времени, снижавшийся по курсу 190 градусов и с вертикальной скоростью 5 метров в секунду, рейс 3603 приземлился на заснеженное поле в 472 метрах от торца полосы и в 22,5 метрах левее ее оси, почти сразу на все три стойки шасси. Из-за высокой скорости самолет сразу сильно приподнял нос, при этом ударившись о землю в хвостовой части. Затем в 430 метрах от полосы авиалайнер врезался в 8-метровую насыпь курсового радиомаяка и полностью разрушился. Площадь разброса обломков составила 300 на 70 метров. Пожара на месте катастрофы не возникло. Авиакатастрофа Ту-154 в Норильске сразу унесла жизни 83 человек. Четырех членов экипажа, командира, второго пилота, штурмана и старшего бортпроводника Княжева и 79 пассажиров. Позже, в течение недели, в больницах от ран скончались еще 16 пассажиров, тем самым увеличив общее число жертв до 99. Выжили 68 человек, 65 пассажиров и 3 члена экипажа, бортинженер и бортпроводники Абелева и Басловяк, получив ранения различной степени тяжести. Расследованием катастрофы занималась комиссия Министерства гражданской авиации СССР. По мнению комиссии, у экипажа за 9 секунд до столкновения не было оснований прекращать заход на посадку, а отклонение руля высоты до упора на кабрирование было попыткой снизить вертикальную скорость и задержать самолет на глиссаде. Лишь при скорости 261 км в час, когда была потеряна продольная управляемость самолета, а центровка была близка к передней, экипаж принял решение уходить на второй круг. Что до центровки самолета, то после опросов диспетчеров по центровке и грузчиков Красноярского аэропорта, а также бортпроводников, было определено, что она составляла при посадке от 20,5 до 19%, а по балансировочным характеристикам от 16 до 18%. По данным следственной комиссии, служба перевозок в аэропорту Красноярска допустила следующие нарушения. Номинальная загрузка рассчитывалась, исходя из норматива массы одного взрослого пассажира и ребенка 75 кг, а не 80 и 30 кг соответственно, вследствие чего фактический вес был больше указанного в перевозочных документах на 565 кг, а также четверым пассажирам, не выдавшим талоны на бесплатную перевозку детей, из-за чего на борту оказалось 6 неучтенных маленьких детей, тем самым повысив фактический вес относительно указанного в документах еще на 120 кг. Еще при летных испытаниях самолетов Ту-154 в 1974 и 1975 годах выявилось значительное уменьшение запаса руля высоты по сравнению с первым Ту-154, который прошел государственные испытания. Это снижение составляло от 4 до 6%, что соответствует смещению центровки вперед на 4,6%. При этом никакого официального объяснения этого факта ОКБ Туполева не предоставил. По результатам испытаний, ограничение передней центровки было изменено с 18 до 16,5%,
но это не компенсировало уменьшение запаса продольной управляемости, и для безопасной эксплуатации было недостаточно. Норильская авиакатастрофа привела к необходимости провести испытания, по результатам которых в ГосНИИ гражданской авиации было установлено, что минимальный уровень продольной управляемости на установленных режимах может быть обеспечен только при центровке 22% и более, или при центровке 20%, но при условии увеличения скорости захода на посадку на 10 км в час по сравнению с рекомендованной в руководстве летной эксплуатации. Эти же испытания подтвердили резкое снижение эффективности руля высоты при его отклонении более чем на 20%, тогда как при полетах с центровками менее 20% его балансировочное положение уже находится близко к зоне малой эффективности. При отклонении руля высоты более чем на 18% на пикирование или кабрирование самолет реагировал на это значительно медленно, особенно при взятии штурвала на себя. Также испытания показали, что характеристики продольной управляемости самолета сильно зависят от режима работы двигателей. При этом в кабине отсутствовал сигнализатор предельно допустимых отклонений руля высоты, а в руководстве летной эксплуатации были неправильные рекомендации по использованию широкой зоны от минус 3 градусов до минус 16 на указателе положения стабилизатора ИП-33. Тем самым затрудняя экипажам определение критического положения руля в полете. Четкие рекомендации в руководстве летной эксплуатации по использованию прибора ИП-33 при выходе стрелки руля высоты за пределы широкой части зеленого сектора отсутствовали. Несмотря на результаты летных испытаний в 74-м, 75-м и 79-м, при которых были выявлены конструктивные недостатки самолетов Ту-154Б, спешка с внедрением и началом эксплуатации новых моделей привела к тому, что в ОКБ Туполева не было принято никаких конструктивных мер по увеличению запаса продольной управляемости самолета. А руководство ГосНИИ гражданской авиации попросту не проконтролировало этот момент. В своем заключении комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы является потеря продольной управляемости самолета на завершающем этапе захода на посадку, вследствие существенного снижения эффективности руля высоты при его отклонении на себя на угол более 20 градусов, перевода двигателей автоматом тяги на режим близкий к малому газу, переднего эксплуатационного положения центровки самолета и позднего распознавания экипажем аварийной ситуации, и в связи с этим несвоевременным принятием решения об уходе на второй круг. В авиакатастрофе вина экипажа не доказана, а основным виновником являются конструктивные недостатки самолета.